надо бы табличку красивую сделать. Сделаю, нормально будет. Чтоб не стыдно было, когда родные придут. Так и где они, родные-то ее? Найдут ли могилку-то эту? А и нам так же лежать. Не весь где, и весь с кем рядышком. Прощай, Люська. Катя, ты куда смотришь? Знаете что? Пойдемте. А я-то прихватил кое-что, помянуть же. Дома помянем. Ну, как скажешь. Ты че? Разведка в кустах. Стыдно ему. Попрощаться он хочет. Пойдемте. И не оглядываться. Вольф погиб, это правда? Правда. Тогда почему ты радуешься? Переживать из-за Вольфа? Сам знаешь, он был отвратительным стрелком. Но он был одним из нас. Не смеши меня. Ты считал, что этот австрийский деревенщина один из нас? Шарлотка. Куда я девал свечку? Гюнтер, тебя не контузило? Я не понимаю, что за свечи? Что за шарлотка? У нас есть причина праздновать. Во-первых, я нашел замечательную позицию. Прямо под роскошной яблоней. Во-вторых, сегодня утром я убил лесную ведьму. Мне две капли работать. Ну, Люсенька, земля тебе пухом.
Поквитаться бы надо. Громко поквитаться. Вот и я думаю, как. Надо что-то такое, чтобы надолго запомнили. Войдите. Товарищ лейтенант, вас вызывает штаб капитан Субботин. Срочно. Сейчас буду. Разрешите идти? Иди. Есть. Что делать-то, а? Есть у меня мыслишка одна. Ван? Когда? Утром. Подловил лесную ведьму на самом бессмысленном чувстве. На любви. На любви? Я видел ее всего секунду. Но что за секунда? Она целовала разведчика, который отправлялся к нам за языком. Я позвал Вольфганга, и мы стали ждать, когда он будет возвращаться. Что ты так смотришь на меня? На самом деле, тебя это не трогает. Ты выиграл. Поздравляю. Иди сюда. Да, понимаю. Ты любишь выигрывать сам. Давай праздновать. Шнапс? Вот сюда вот пробраться сможете? Близковато к фрицам. В лучшем случае один выстрел и уходить. Два нужно. Но вас-то двое. Это ж хорошо. А в чем идея-то? Разведчики рассказывали, что вот здесь они разгружают грузовики с минами. И на руках мины на плотину доставляют. Вот если б точно попасть... То будет весело. Ну, не знаю. С такого расстояния в мину... Да даже если и попасть, не факт, что она взорвется. А если бак грузовика-то? Ну, будет дырка и все. Не все. Еще будет лужа из бензина. И вот если в эту лужу дотрассирующий... Трассирующий? Так это немцам сказать, смотрите, я здесь. Ну, ведь ежели полыхнет, им не до вас будет. Как погиб Вольфганг? Во-первых, у нас с тобой был спор на эту ведьму. А во-вторых, бедный Вольфганг. Я ему рассказал, как в Индии охотятся на тигров. Привязывают козленка к дереву, я знаю. Правильно. И пока тигр убивает козленка, охотник убивает тигра. Бедняга Вольф думал, что раненый им разведчик и есть козленок. Хотя козленком был он сам. Ты принес его в жертву. А когда лесная ведьма решила, что снайпер уничтожен, на сцене появился я. Знаешь, когда она тащила на себе своего любовника, мне даже стало ее немного жалко. Но ты выстрелил. Естественно. Надо отдать должное этой лесной ведьме. Она легко разделалась с Вольфом. Должен же был ей кто-то отомстить за нашего товарища. Известно, русские снайперши прошли хорошую школу. Трех человек, слышишь? Трех человек до начала операции потеряли. Это как понимать, я вас спрашиваю? Прошу прощения, товарищ капитан, не троих, а двоих. Чего? С тобой? С тобой, телятник, раненым! Трое! У меня легкое ранение. Врач разрешил вернуться в строй. Что такое, а? А? А ну-ка пройдись. А ну пройди, телятник, давай, 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 шагом, марш, раз, два, стоять! А? Кровь от головы отступила, да? Пот выступил. Вот это, телятник, называется холодный пот. Больно? Никак нет. Нет? А ну встань в строй, а то ты мне сейчас еще в обморок здесь упадешь. А вот это я оставлю себе. Надо еще разобраться с этим врачом. Не надо, я ее сам подделаю. Что это такое, а? А что мне с ним делать, а? Я думаю, товарищу телятнику нужно остаться на передовой, чтобы искупить свою вину. Да? Ладно. Черт с тобой, телятник. От тебя толку чуть. Будешь за своими этими бойцами следить. Чтоб самодеятельность не устраивали. И тебя это, кстати, тоже касается, ясно? Мы снайперы, товарищ капитан. У нас вся работа самодеятельность. А ну, пошли отсюда.
чертовой матери. Шагом марш! Есть? Есть. Вот это что? Донесение разведки. Вот это что? А, вчера языка взяли в расположении 37-й. Это сведения на генерала фон Эппа. Это охрана его, Гюнтер Шмидт командует. Спортсмен, призер, ну вот, и вот, еще вот, один. Вот, Алекс фон Фосс. А, не понимаю. Ладно, не по твоей части. Я вчера узнавал, почему стоит операция по заданию ставки. Знаешь, кто там участвует? Екатерина Родионова. А сегодня вот Алекс фон Фосс. Товарищ подполковник, ничего не понимаю. Да нехрена тебе понимать, кто там командует. Операция. Субботин, набирай. А, есть. Живей. Субботин у аппарата. Слушаю вас, товарищ подполковник государственной безопасности. Лесная лейба вчера была уничтожена. Это что это там за концерт? Да фрицы. Праздник устроили. По бормоталке своей передали. Лесная ведьма уничтожена. Это не про Люську. Понятно, раз ты живая здесь стоишь. Все равно обидно. Я им устрою радиопередачку. Где девчонки? К плотине пошли. Быстро! Из машины! Выгружайте! Быстрее! Ничего, я сейчас, я быстро. О, а вот и они. Стал бы скоро вернуться. Будешь ждать? Ты что, им гаубицы выдал вместо винтовок, дядь Гош? Типа того. Так будешь ждать, нет? Не. Ты мне идейку одну подкинул. Пойду им привет от Люськи передавать. Я же говорила, тебе не спеши. Ой, извини. Да ладно, все в порядке. Да чтоб я еще раз трассирующими стреляла. Да никогда в жизни. Я лучше проще перестрою мужиков в голый пройдусь, чем... Вот о чем ты мечтаешь. Да ну тебя. Ну что? Слушай, вроде затихло. Пойдем потихоньку, пока они не оклемались. Русские солдаты, немецкое командование сообщает вам, что советская снайперша по кличке Лесная ведьма вчера была уничтожена. Фух. Привет от Кати. А, хорошо. По мне так не хуже Клаудии Шульженко. Исполняет Екатерина на немецком по-русски. Дядь Гош! Быстро в штаб, к Субботину.
Бегом! Бегом, я сказал! Ага. Приперлись партизанки. Ну что, приперлись? Что там у немца? Колонна. Так точно, товарищ капитан, колонны. Не ори, сам знаю, что колонна. Делают что? Разгружают, судя по всему, ящики с минами. Показать сможешь? Покажу. На местности. Токма точно. Ну, вот тут только точное направление непонятно. Ага. Они не донесли, мы помешали. Но, видимо, куда-то вот сюда. Там машины пройти не могут. Да, и хоронились немцы. Видимо... Видимо, невидимо. Вы что, не в свое дело полезли, а? Полить кто просил? Так мы ж снайперы. Снайперы? Угу. Вот что, снайперы, в следующий раз, ежели что важное заметите, затаились тихо. И мне лично докладайте, ясно? Тихо. Значит, колонна. Ежели у них кабеля, ежели у них взрывчатка. Че встали? А ну пошли отсюда! Пошли, пошли, пошли! А ну стоять! Благодарность обеим. За что? А это не ваше дело. Шагом! Хырш! Партизанки, а? Партизанки. Субботин у аппарата. О, авиация. Здорово. Вот ты-то мне как раз и нужен. Говори, что надо. Слушай, Николай Иванович, такое дело. Мне бы твои бомбардировщики, а? Сколько? А все. Решил сам, что ли, эту плотину разбомбить к чертовой матери, не дожидаясь немцев? Я на них пахать буду, Николай Иванович. Неожиданно. А вот слушай сюда. Авиация. Дело такое. Они ж как плотину взрывать будут. Взрывчаткой, правильно? Значит, дистанционно, то есть они кабель тянут. А разведка мне на хвосте принесла квадратец один, где у них сейчас работы ведутся, понимаешь? И вот надо бы этот квадратец 1300 на 300 твоими бомбардировщиками спахать, а? А, так ты их кабель перебить хочешь? Ага. Не бойся, опашем твою плотину на 3 метра в глубину. Хорошо. Токма ты своим асам там скажи, чтоб аккуратней, слышишь? Чтобы они по плотине случайно не попали, а то нехорошо получится. Сделаем, Субботин. Давай, Николай Иванович. Давай. Зачем ты сюда пришел? Только отель тебя видит. Уходи отсюда! Уходи! Ты же! Да засыкут наши! Ну и черт с вами! Черт с вами! Я лесная ведьма! Ты же! Стреляйте! Ты же, Катя! Стреляйте! Катя, ты же! Уйди! Ахтунг! Цель квадрат 7! Внимание! Цель квадрат 7! Вот! Фаер! Огонь! Пусти меня! Пусти! Пусти!
сегодня родились заново. Как бы я хотела родиться заново. Как бы я хотела просто встретить тебя и просто полюбить. Кто убил Люсю? Гюнтер. Правда? После нашей встречи я вообще боюсь охотиться на снайперов. А Гюнтеру, значит, можно? Ну, ты тоже не за грибами сюда пришла. Кто придумал эту войну, Саша? Кто ее придумал? Тебе идет военная форма. Тебе тоже. Я очень хотела бы, чтобы ты носил такую форму, как я. Война, Катя! Война! Каждый носит свою форму. Ну и захватчики. Я знаю! Но я не нацист! И моя семья никогда не уважала Гитлера. Тогда почему ты здесь? Думаешь, меня спрашивали? А? Умеешь стрелять? Точно стрелять? И вот я здесь. Значит, ты и дальше будешь убивать. У нас есть выбор. У нас есть выбор. У тебя что-то было после меня? Я тебе уже говорила, ничего. А у тебя? Ничего хорошего. Отец оставил на женитьбе. Но я уехал во Францию первый раз как архитектор, второй раз как солдат. Это тебе. Откуда она? Это нашел Гюнтер на своей ложке. Полковник, прикажите восстановить кабели. Русские узнали, где у нас кабель, ведущий к детонатору, и разбомбили весь участок. Ничего, я им приготовлю сюрприз. Так точно. Может быть, согнать сюда местное население? Русские не будут бомбить своих? Не верю. У русских одна цель — сохранить плотину. Я думаю, они пойдут на жертвы среди мирного населения. Так что, полковник, просто закопайте поглубже этот чертов кабель и продолжайте работы по минированию плотины. Слух моему дасть радость и веселье. Возрадуются кости смиренные. Отврати лице твое от грех моих и вся беззаконие мои. Ты чего? Я молюсь. Ну-ка, вылазь. Чего прячешься? Ты кто? Тут вместо. И тебе страшно? Ты же при церкви, при Боге. Чего тебе бояться? При Боге не страшно. Выжить все равно хочется. Ты поп? Убили батюшку. Я раненый был, а он подобрал меня. Выхаживал. Я выжил, а его убили. Немцы? Наши. Они, видать, из окружения выходили тут. Мальчишка сюда забежал. Кто тут? Выходи, кричит. Мы прятались, он, видать, совсем испуганный был. Ну,
Батюшка чуть шевельнулся, а мальчишка этот очередь дал. Ну и все. Убили батюшку. Жалко. А я надеялась, что здесь мир. Какой там мир? Там мальчишка даже шарахнуться не успел, а тут немцы сразу. Он на улицу выскочил, его первые убили. А потом стрельба началась. Они друг друга перестреляли. Я их потом хоронил всех. Наших, немцев, батюшку. Они теперь там, все вместе на краю кладбища и лежат. А я тут, жив. Прислуживаю, как могу. У меня вот тут с собой. Тушенка. 100 лет не видел. Надо же. Я пойду. Ты комсомолка? Да. Некрещенная. Погоди. Пилотку сними. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, со всеми нами. Аминь. Вы здесь для того, чтобы нейтрализовать группу снайперов для продолжения работ на плотине, так? Так точно, господин генерал. И вместо этого русская разведка переходит линию фронта. Они не получили информацию, мы успели его ликвидировать. Молчать. Неужели вы этим гордитесь? Виноват, господин генерал. Вы должны уничтожить русских снайперов. Так точно, господин генерал. Свободны. Вызывали? Товарищ капитан. За дверью подожди там. Оружие. Ремень сдать. Вы арестованы. За что? Ай. Тут из штаба дивизии. Подполковник Жданович. Знаешь такого? Екатерина Родионова, подь-ка сюда, красавица, ворошиловский стрелок. А вы, девочки, погуляйте пока, Катя вас догонит. Я догоню вас, девчонки. Ага, хорошо, мы подождем. Ну что же ты, Катюшенька, говорят, ты с немцем любовь крутишь. Тебе что же, русских не хватает, а? Скажите тоже. А что, врут, значит, люди. Не знаю, что вам там люди говорят. Мы дружим. Ой, смотри, красавица. Сегодня дружите, а завтра воюете. Что вы такое говорите? Да ты тише, деточка. Это же я так, по-дружески. Ты ведь все-таки дочка известного нам конструктора. Секретного, между прочим, конструктора. Ладно, дружите. При случае узнай там, как у них в Германии молодежь.
к нашим, советским относится. Шучу. Но в каждой шутке есть доля шутки. Папе передавай привет. Поехали! Ты чего улыбаешься так? Ничего, товарищ капитан. Ты что улыбаешься? Тобой СМЕРШ интересуется? Ты это, Кать, пока посиди, охолонь. Я тебя вытащу. Обещаю. Слышишь, сестренка? Да что ж это за ерунда такая? Получается, да? Лейтенант! Увести арестованную. Увести. Родионова, она ж как воздух нужна. Да у меня этих бойцов, их же по пальцам пересчитать, товарищ генерал. Ну, толком же ничего не сделали, товарищ генерал. Вот именно, что ничего не сделали. Я тебе карты все в руки дам. Так вот, а у меня лучшего снайпера, товарищ генерал, забирают. Летчики нанесли бомбовой удар по предполагаемому квадрату, где находится основная закладка кабеля. Я жду, товарищ генерал, жду аэрофотосъемки. Ну, допустим, ты их притормозишь. Ага. Ну, ты же их не остановишь. Ну, с одной стороны, ты все перекопаешь взрывами. Немцы с другой стороны могут проложить. Витя, да пойми ты, что фронт из-за нас стоит, из-за тебя. Ты понимаешь? Да понимаю я. Командующий прямо сейчас готов дать приказ о наступлении. Да понимаю я. Короче так, нужно пускать твою группу на разминирование Днепрогэс. Да понимаю я, товарищ генерал. Ну и вы меня поймите. Витя. Ну, не могу я пустить людей на убой. И сами погибнут, и задания не выполнят. Товарищ генерал, готовиться надо. Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться к капитану Субботину? Разрешаю. Данные из аэрофотосъемки. О, дождались. Ну вот, видите? Товарищ генерал-майор, разрешите идти? Идите. Ну что, пойдем посмотрим результаты аэрофотосъемки, а потом будем думать, что делать дальше. Да, я тебе партбилеты привез. О, это хорошо. Вручим, так сказать, партбилеты нашим кандидатам, примем их в ряды коммунистической партии, чтобы они с большей ответственностью относились к заданию. Но, товарищ генерал, я про Родионова. Ну, позвоните вы в штаб дивизии, ну. Если у них на нее что-то есть, то пусть они скажут. А ежели, ну зачем снайпера в темнице держать? Так куда она денется с передовой-то, ну? Разве что на тот свет, а? Товарищ Ладно, генерал. Позвоню. Ну, вот. Ты, Катрин, умная девушка, ты же должна понимать, что у вас с Алексом ничего не видит. Понимаешь? Алекс, он из Фонфосов, он барон. И ему будут искать, как это сказать, подходящую невесту. А я, значит, не подхожу? Вот если бы мне, то подходишь. Я из простых, а Алексу нет. Гюнтер, скажи, а Саша знает о нашей встрече? Нет, Катрин. Он не знает. И, скорее всего, рассослится, если узнает. Но я сейчас стараюсь ради него. И даже ради тебя. Ты хорошая девушка. Я хочу, чтобы ты не строила воздушных замков. А можно я как-нибудь сама разберусь со своими замками? Катрин, он не твоего полета птица. Я надеюсь, разговор останется между нами. Что? Подлец! Стой! Кто идет? Свои.
солдат, пусти-ка меня туда. Георгий Евгеньевич, не положено. По батюшке меня знаю. Стал бы, должен понимать, ничего плохого я не затеял. Давай пропускай, пропускай, у меня кажется ты. Да накажут. А ты никому не рассказывай, вот и не накажут. Давай, давай, давай. Давай, только быстро. Вот и поди, сообрази. Дядь Гоша. Давай. О, держи. Давай. Ух ты. Вкусно. Я что спросить тебя хотел, Катерина. Ты... У тебя что, кто появился там? На той стороне? Не тот ли лейтенант? Что в одежке с чужого плеча? Мне генерал устроил взбучку. Это привилегия начальства. А наше дело, как говорят русские, телячьи, стоять и мычать. Ты что-то часто вспоминаешь русских. Светлогорск, например. Так мы же в России. Генерал сказал, мы плохо работаем. Ему нужен результат. Значит, дадим. Сколько у тебя здесь на счету? Мне пока не везет. Тебе и не везет? Не узнаю тебя, друг. Может, ты болен? Со мной все в порядке. Кажется, я вычислил очередную точку, где может появиться ведьма. Ей осталось жить считанные часы. Прекрасно. Алекс, что-то не так? Все хорошо. Придется активнее поработать. Не хочу проиграть тебе спор. Вздремну пару часов и на охоту. Шайса! Вот черт. Как ты догадался? По тебе ж видно. Ты ходишь как вода опущенная. Еще спрашиваешь, можно ли врага полюбить? То поет что-то, танцует. Девки знают? Никто не знает. Никто. Как же тебя так угораздило? Господи! Боже ты мой! Случайно. Я Сашу еще до войны знала. Вот так вот встретились. Он что, наш, что ли, предатель? Он не наш. И не предатель. Он немец. Офицер-снайпер. О, матушки мои. Еще и снайпер. Александр фон Фосс. Мы познакомились с ним в 39-м году в Светлогорске. Он с отцом в командировку приезжал. Да это ж без суда и следствия. До первой ямки. О, я запуталась, дядя Гоша. Божечка ты ж, прославленный снайпер Катя Родионова. Хитрая, умная, сильная. Ну какая я сильная, ну какая я хитрая, дядя Гоша. Баба, я вот и все. Никогда не думала, что скажу про себя такое. Я вот говорю, баба, я баба. Ой, ладно. Ладно, спи давай. Там девки, небось, заждались. Они же знают, что я к тебе пошел. Ой. Дядя Гоша. Ну? Ты только никому. Ты мне это говоришь? Ой. Давай спи. Спи. Утро вечера мудренее. Начальство! Ну,
Вчера мы с ними были врагами, а теперь друзья. Как хорошо, Гюнтер. Здравствуйте. Мне нравятся русские, мне нравится Катя. Успокойся, Алекс. Катя всего лишь симпатичная девчонка. Она русская, что добавляет экзотики. Но из-за этого можно сломать свое будущее, не вижу смысла. Но я люблю ее. Местный воздух на тебя плохо действует. Поверь, русская девушка не самая лучшая партия. Сейчас мы друзья, скоро можем стать врагами, и что-то мне подсказывает, что мы сюда еще вернемся. Ты думаешь, у нас с ними может быть война? У фюрера свои планы. Германию ждет рассвет, а тебе блестящее будущее. Русская жена тебе не нужна. Плевать мне на это будущее. Я хочу остаться здесь. Только предупреди об этом Катрин. И начинайте собирать вещи, чтобы отправиться в Сибирь. Русские очень трепетно относятся к немцам. Вспомни их последнего царя Николая. У него жена была немкой. Но здесь будет по-другому. У твоей Катрин будет муж немец. Выпей пиво, друг мой Алекс. И если ты так обожаешь свою Катрин, подумай о ее судьбе. Ох, холоднючая. Ничего, это некоторым полезно. Дядь Гош, ты же вроде бы служил в этих местах, воевал? Воевал, шу гражданскую. Сперва с Махно, потом против. А что такое? Дядь Гош, а ты не знаешь, где здесь яблоки растут? Везде. Нет, так, чтобы были крупные, красные. Здесь-то у нас в садах с голодухи еще зелеными все оборвали. Ну, не знаю. Хотя, тут же кладбище есть в стороне. Там могут вызреть. С кладбищенской-то земли нехорошо же брать. Могут там яблони быть. А тебе зачем? Я, кажется, знаю, где у снайпера Лешка, который Люсю застрелил. Дядь Гош, поворачивайся, все. Ну вот, люк посмотреть. Ну-ну-ну-ну-ну. Мне Саша яблоко дал. Сказал, что его нашел снайпер на своей Лёшке. Значит, он недалеко от кладбища окопался. Товарищ лейтенант, вас вызывает штаб капитан Субботин. Товарищ капитан. Вольно, без доклада. Давайте, товарищи, проходите. Пока вникайте в ситуацию. Товарищ капитан, лейтенант Родионова по вашему приказанию прибыла. Ну что ж, Родионова, вовремя. Товарищи, предлагаю, прежде чем мы начнем совещание, уладить кое-какие формальности. Политруководство нашей армии рассмотрело, Екатерина Сергеевна, ваше заявление и приняла решение о принятии вас во Всесоюзную коммунистическую партию большевиков. Поздравляю. Поздравляю, сестра. Спасибо, товарищ капитан. Ну, теперь, Катюш, на тебе, как на коммунисте, двойная ответственность. С двойной злостью, так сказать, бить врага. Буду, товарищ капитан, с двойной злостью бить врагов. Служу Советскому Союзу и коммунистической партии. Троекратный кип-кип, два коротких, один раскатистый. Ура! 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 Ну, это еще не все. Ты, Катюш, ты извини, что вот так спасибо. Вот в суете. Спасибо. Мы еще успеем посидеть, спасибо, так сказать. Командование нашей армии поручило мне вручить Екатерине Сергеевне погоны старшего лейтенанта. Новые. Таких у вас, у снайперов, еще ни у кого нет. Ух ты. Ну, тоже, как говорится, нужно оправдать. И еще раз поздравляю. Ну, все, товарищи, давайте за работу. И так кучу времени потеряли. Значит, проходим, смотрим. Что происходит? Я тут покумекал, конечно, немножко. Ну, с летчиками там, с авиационной съемкой. Предположу, что на плотине есть как минимум две точки, где немец, скорее всего, поставит основные заряды. Эти участки будем... Алло? Привет. Ты же вроде на сутки уходил. Я передумал. Арни еще не вернулся?
Noch nicht? Еще нет. Ist auch besser so. Weißt du, Alex? Алекс, я теперь точно знаю, где появится лесная ведьма. Знаю, как она выглядит. Знаю, что ее зовут. Катя Родионова. Ты следил за мной? Пришлось. Смотрю, мой друг Алекс места себе не находит. Я почувствовал запах измены носом. От тебя. Красная Москва называется. Чего ты хочешь? Ты забыл, где мы? Тут война. И эта тварь столько наших положила. Не называй ее так. А как мне ее называть? Она враг. Ее надо уничтожить. Так чего ж ты хочешь? Вот мой подарок, барон Александр фон Фосс. У тебя сутки, чтобы убить эту ведьму. И я забываю об этой истории. И мы, возможно, останемся друзьями. В противном случае, выполню сам эту работу. А ты пойдешь по трибуналу. Выбор за тобой. Хотя у тебя есть еще один выход. Можешь пустить себе пулю в лоб. Но для этого у меня нет патронов. Сам найдешь. 24 часа. Не меньше, не больше.